Социальный проект «Забота» отметил свое двухлетие. На протяжении всего этого времени он помогает тысячам северян из числа социально уязвимых категорий пользоваться скидками на товары и услуги. В Ямальском районе департаментом по труду и социальной защите населения на сегодняшний день выдано более 2300 дисконтных карт. О двухлетних итогах проекта, реализуемого при поддержке губернатора, правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», смотрите в нашем материале. Стартовавший в Янао 18 апреля 2015 года социальный проект «Забота» сегодня востребован. Более того, расширяет свои границы. Итоги и перспективы реализации окружного проекта в Ямальском районе обсудили на мероприятии, посвященном двухлетию «Заботы». С поздравительными словами в адрес участников и партнеров проекта от имени губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа обратился секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Осипов. В продолжении, по итогам двух прошедших лет, были отмечены самые активные руководители и индивидуальные предприниматели в реализации «Заботы». Ну вот есть статистика интересная, где сколько обратилось население, в каких муниципалитетах, на горячий номер телефона, который указан, в принципе, на всех картах. В Ямальском районе всего 2 человека. То есть, я думаю, это показатель в лучшую сторону, что люди понимают и знают, как пользоваться заботой. Знаю, что активно пользуются у нас молодые мамы, именно молодые мамы, у которых 3 детей и более. Сегодня в проекте принимают активное участие 64 торговых объекта района. Департаментом по труду и социальной защите населения выдано более 2300 дисконтных карт. Работа по привлечению новых участников к региональному проекту ведется регулярно. Новоиспеченными заботящимися в Ямальском районе ежемесячно становятся 1-2 предпринимателя. Ну, у нас отзывы, конечно же, разнообразные. Кому-то проект нравится, кому-то нет, но все считают его положительным. Но вот даже по последней статистике у нас, например, в Ямальских оленях скидку, объем скидки примерно составляет около 100 тысяч рублей в месяц. Также в других продуктовых магазинах мы интересовались, примерно такой же размер. То есть люди очень активно пользуются и получают существенный размер скидки. В присутствии приглашенных гостей, участников регионального проекта, состоялось торжественное вступление в заботу новых предпринимателей-партнеров. Одним из них стала Романият Арсланалиева, индивидуальный предприниматель с Алихарцкая ярмарка. Хочется им помочь. Вот есть еще многодетные, новые, малоимущие, нуждающиеся. Но будем помогать. Мы рады. Были уже случаи, что спрашивали, действует ли у вас? Да, много раз были, да. Много раз были. Ну, вы с открытым сердцем принимаете? Обязательно, открытым сердцем, мы рады, поможем. Итак, социальному проекту «Забота» только 2 года, но он уже вполне уверенно шествует по Ямалу, помогая нуждающимся практически на каждом шагу. Ну а пользователей услуг на скидочной основе с каждым днем становится все больше.